Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру в новостройке по очень хорошей цене. Пирожочек, обставленная под ключ с инфраструктурой. Так, дорогие зрители, у нас тут сауна. Айдат, 180 лир. Турецкая баня. Санузлы, душевые кабинки. Здесь у нас теннисный стол. Фитнес. Открытый бассейн. Расстояние этого проекта до моря, до воды, максимум 660 метров. Отмерял по карте Google. Квартира находится на цокольном этаже. Вот такие двери. Коридорчик. С левой стороны у нас первая спальня. Высокие потолки. Платяной шкаф. Угу. Здесь у нас санузел первый. Так. Ну. Первый санузел. Ну, один санузел. Две спальни. 2+1. Также продается еще одна квартира. Не закрывайте ролик. Тоже пирожочек. Вот. Это у нас гостиная, соединенная с кухней. Высокие потолки. И тут у нас балкончик такой. Вот. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 58 500 евро. Новостройка, район Махмутлар. Идемте дальше. Ролик не закрываем. Еще один пирожочек вспомнил. Пирожочек. Где? Такой вот лифт. Так, друзья меня ждут. Так, такой лифт. Поднимаемся на первый этаж по турецким меркам. Так, вон второй этаж. Так, дорогие зрители. Такая лестничная площадка. Вот, дорогие зрители, входим. Тут такая прихожая. Эта квартира по планировке по-другому все сделано. Тут два санузла. И комнатки побольше. Тут разница цены. Так, у нас здесь первый санузел. Спальня не маленькая, как минимум 13 квадратных метров. Здесь у нас дополнительная спальня. Угу. Встроенный шкаф. Тут у нас второй санузел. Как интересно придумали. Купайся, сел, отдохнул, уснул. И через 2-3 дня проснулся. Так, и здесь у нас гостиная комната. Так, телевизор тоже есть. С кухней. И балкончик. Вид очень хороший, вид на горы. Давайте покажу, я вам шутил.
Вот такой вид на горы. Строится новый проект в той стороне. Здесь, наверное, когда-то что-то построят. Восточная сторона. Все, дорогие зрители, не упускайте свой шанс. Цена этой квартиры 72 500 евро, дорогие зрители. Супер-пупер две квартиры. Новостройка. 661 метр до воды Средиземного моря. Инфраструктура тоже есть. 180 лир. Айда. Звоните, не упускайте этот пирожочек. А то столько пирожков снял. Умные купили. Пока-пока.